Не настали последние времена или что? Не, ну есть священники, проповедники, хорошие благовестники. На Тихонович с ними знаком был. Дмитрий Дудко, да, был, по слову Божию проповедовал. Отец Александр, фамилия, который сгорел там в машине. А Пивоваров тоже? Пивоваров. Отец Геннадий Фас. Отец Геннадий Фас. Олег Стеняев. То есть единицы на всю огромную страну есть, конечно. Чем тебе не старца-то, а? По слову Божию говорящие. Можно брать отца Олега Стеняева, и прям вот как он беседует. Мы смотрели вот с братьями специально. Володя включал там, по-моему, тоже. Как он беседует с сектантами. Все четко по слову Божию. Там вот прям садись и пособие. Как надо беседовать. Пятидесятником или еще с кем-то. Отец Даниил Сысоев. Даниил Сысоев, чем тебе не старец? Как с мусульманами беседуют. А почему именно я должен верить какому-то вот? Он показывает по интернету, а мне говорил Господь. А дальше он, слова Божие нету, вообще нету. Ну как он ему говорил, если нету бисера этого, драгоценного, слова животворящего, которое воскресает души. Как? И видение... Сон. Ну и мне тоже сны интересные. Я могу такие рассказать, можно там голливудские боевики снимать. Ну и что? И что из этого? Где тот критерий? Священное Писание, конечно же. Согласуется ли со Словом Божьим? Все должны вот к этому равняться. Должны. Но у нас православие. Это уже знамение последнего времени, что ищут чудес, вот как он в комментарии говорит, домысливаний, прозрительных старцев. Ехать надо старцев искать. Да, а что? Ну, это вот случаев таких много. А там разводиться мне с той женой или нет, там или что? Ну, Писание что говорит? А почему так? Душа-то заблудшая. Я, к примеру, говорю, там много таких случаев, что ищут. Или там мне вот жениться на той девушке, нет. Ну, у тебя вторая жена-то та, как ты можешь? Это я... Отец власть есть такой, там живет. При чем тут старец-то? При чем? Когда ехать туда. Дом продавать, не продавать. Писание. Но они не знают, не научены. Ничего не знают. Не научены, просто куда-то в приход же он ходит. Священник не учит этому. Это признак последнего времени, когда вот такое отступление от Священного Писания. Об этом же было сказано. Сын человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? То есть все вроде верующие у нас... В процентном отношении 70% православных в стране. А сам же священник, который 5 лет уже на этой, можно так сказать, особая должность, он в храм заходят люди, я говорю, 5 лет уже. И он прям подходит к ним, так, вы что хотели, и давай что-то рассказывай, то есть диалог с человеком, 5 лет. 0,2% или 3 ли приходит только от всего Барнаула, это вот так он прикидку сделал. Так с ними-то еще поговори, у нас вот братья часто в городе общаются. И там тоже такое, какое-то суеверие в голове ходят, ну, может быть, не раз в неделю, но пореже, ходят в храм и что. Но об этом ты еще будешь рассказывать в полдня. Мы начали так об этом это самое остаться. Главное. Это нет, основа. Только о старцах я хочу. Все, вот ты мне скажи, пожалуйста, написано, и ваши старцы сновидениями уразумляют. Не пишут, что Словом Божьим там сновидениями уразумляемы будут. Олег Стеняев, я слушал его лекции. Даниил Сысов я слушал. Это не старцы, это священники. Все нормально. Они про сновидения ничего не говорят. Есть хотя бы один старец, которого вы знаете, который действительно вот подходит под этот стих. Один хотя бы, мне не надо много, потому что я вижу, что вы ничего не признаете. Я, когда приехал сюда и по Терявке начал работать, вот, я Игнат Тихоновича старцем, ну, сам себе называл, просто для себя. Потому что вид у него действительно старец. Говорит по слову Божьему, какой критерий, что он старец? Ну, уже сколько лет ему было. Вот, борода, благочестивый вид, все. Ну, не седой еще был, но уже динами. По слову Божию главное говорил. И по его жизни я смотрю. Если он говорит о посте, он сам постник. Если он говорит о труде, он так трудится, что молодые за ним, и я за ним не угонялся. Ну, для меня вот он был тогда старец. И сейчас он, конечно, тоже по возрасту там старец. Ну, а кого еще надо? Кого назвать? Что, зачем я поеду куда-то искать, там, в Дивеево или еще куда-то? Зачем? Мне говорит что-то Господь. Я сверяюсь. У меня есть духовник.
священник. У меня есть духовный отец, я обратился от проповеди Евангелия. Мне зачем искать кого-то? Непонятно. Так никто не говорит, чтобы ты искал. Или, я вообще о другом говорю. А если? Ну вот я открываю интернет и смотрю, старец такой-то, старец такой-то. Да. То есть народом признаны какие-то есть старцы. Они, люди рассказывают свидетельства, то есть он приходит к старцу этому. Старец ему открывает прошлое, будущее, то есть ему Духом Святым открытое. Как это понимать? Это подходит под этот стих. Да и цыгане открывают уже, тебе прошлое, что хочешь тебе откроют. Уже его смотреть, правильно, он это. Не лжестарец или истинный старец, то есть это уже надо смотреть критерии, там, по Слову Божию, не по Слову Божию, ну, там, и так далее. То есть вот эти моменты. Но у вас нет ни одного такого? Ну, не значит их. Вы не признаете? Ну, а я признаю, так что вы? Знаешь, ну, ты что, я не такой, как вы. Ну, почитай 20 стих. Потому что мы очень разные просто, и все. Вот, Исайя 8.20, прочитай. Ну, прочитай Исайя 8.20 и запомни на всю жизнь. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Вот твои все старцы до единого. Почему? Они не говорят, как это слово, что нет в них света. Ну давай откроем теперь Деяния апостолов, 2 глава, 17 стих. Но не подходят говорит... они, но не подходят твои старцы. Противоречие в Библии, ты хочешь сказать? Нету. Ну нет старцев, может потом будет позже, как через 50 лет. Я тебе стих с Библии прив, а ты говоришь, не подходит? Ну нет пока старцев, что ты так глаза строишь? Да они строят морду это... свою нормально, посмотри на меня. Что вот ты вот это начинаешь есть? Кривляться? Нет, ты по-серьезному поговорить. Не подходят твои старцы, не подходят твои старцы под это писание. Ну нет таких сейчас. Ну нету. Нету никаких сновидений, ничего нету. Под твое писание подходит просто, да? Ну не сходится с Словом Божьим по 8.20. Как не сходится? Я тебе Библию привожу. Я сейчас опять тебе... Ну не сходятся твои старцы по Слову Божию. Ну не сходятся. Чипа еще не приняли, ни Майн-НН. Никаких подземных городов, динозавров, ничего это нету. Ну что ты кривляешься? Как он проснулся? Проснулся, брат. Мы очень что? Разные, вот в чем дело, понимаешь? Ну, конечно, разные. Мы очень разные. И ты хочешь меня всунуть в свои рамки или ну, что? Ну, нету твоих старцев сейчас. Ну, нет сновидения со старцами. Ты в рамки Священного Писания. Я тебе пытаюсь стих Писания, ты мне другой. Говорю, ну, не подходит твое сновидение. Разные, понимаешь? Выпиши на я потом. Вам привел, вы же не признаете стих Писания, Библию не признаете. Вы свое только что-то выдергиваете. Это сектантская узость называется, понимаешь? О, пошло обвинение. Ты вот. Выпиши сегодня, заучи. Мне выписано. Тебе мне достаточно выписано, этого. Понимаешь? Почему мне достаточно этого? Чтобы мне этого мало, это вам достаточно. Вы выдернули из Старого Завета один стих и все. А другие, понимаешь? А как согласовать? Тут вот согласуй. Называешь ты 20 деяние. Лет, ты 20 лет возле Игнатия Тихоновича. Согласуй мне, пожалуйста, с тем стихом. Ты не можешь. Ты даже отвергаешь, ты вообще отвергаешь слово. Дело-то в тебе. Я вот то, что мы разные, понимаешь? Вот почему ты разный? Почему друг оказался разным? Почему я не такой, как вы? И вы хотите, чтобы я стал такой, вы, да? Почему? Вот вы объясните, почему. Я позавчера приехал с этого. Приехал с Барнаула. Я его прошу, Никита, зашел я сюда, в дом. Говорю, Никита, помоги мне, там помощь нужна. А что там? Я говорю, надо вещи принести. Какие? Говорю, сухари. Да что там сухари легкие, я там их вот так легко закидывал. Ну если я прошу помощи, значит ну, надо выйти. Ну не прав он был, и что? Нет, а пускай он скажет, старшими? Почему? Как почему ты не пошел сразу? Это? Почему ты не оделся и не пошел? Я пошел. Пошел. Так с какими ты предисловиями? Если я тебя прошу, значит ты должен пойти. Ну нужна была мне помощь, или я тебя зря позвал? Ну что ты обижаешься, прям такой чувствительный. Я не обижаюсь. Просто ну, мы разные, потом? Братья, понимаешь, мы разные. Вот в чем дело. Ну при чем тут? Мы сейчас говорили о старцах вообще. Да мы с вами разные. Поэтому вы выдергиваете один стих оттуда и не можете мне объяснить другой стих. Я сейчас могу тебя вспомнить таких твоих проколов много. Ну, давай, зачем мы сейчас будем? Расскажи. Но мы не за этим сейчас собрались. Мы живем сейчас здесь. Написано, если твои старцы не говорят это слово, то нет в них света твоих старцев. Нету. Ни сновидений еще нету сейчас. Нет таких старцев. Ну нет сейчас старцев. Но получается, что нету. Может, будут там. Явится Ильи и Енох явятся. Может, они будут прозываемы. Зачем ты их ищешь, Роман? Зачем? Я их не ищу, я их вижу, они пророчествуют о последние времена, ты о печати, ты понимаешь, смотришь? А вы этого не видите. Вы а не где видите слово этого? О Христе, об обращении ко Христу, где? Потому что мы разные. Печати. Я зашел в дом, ну где? Голодный, я кастрюлю открыл, ничего, я говорю, что вы делаете? Какое мы отдыхали. Я тебе где? Говорю, какие мы разные, понимаешь, а? Мы очень разные. И вы меня не ты усовываете в свои рамки. Уже обвинять, это уже какого духа ты? Ну, я прости, рассказываю, какие прости, мы разные. Брат, если так случилось, ну. Сейчас пост идет на ночь какой-то. И хотя бы, при чем ты... здесь пост? Да, хотя хорошо, бы один, кто сказал, что вот брат приедет, давай себя. Приготовим ему кушать. Ну. Ты говоришь, мы приготовили, но съели. Ну какие? Мы разные, понимаешь? Ну, мы разные. Какое отношение это к старцам имеет?
Да потому что вы выдергиваете один стиль, объяснить мне другой не можете. Обида скрылась, ты это проявляешь. Да нет обиды, вы просто разные. А вот зачем говорить тогда? Ну. Я объясняю, какими разными. Все слова Игнатия Тихоновича. Меня всунуть в свои вот эти рамки. Не может быть такого. Не получится. Да тебя никто не всунет. Да если вот ты он, сам себе он мне говорил, вот видео мы снимали с ним. Он говорит: будь такими, как мы, ну согласись с нами, ну все, и все будет у тебя хорошо. Да не будет у меня хорошо. Роман. Потому что нет у меня этой желчи, понимаешь? Вы только про себя думаете, вот в чем дело. Вот так, смотри, ничего себе, что открывается. Ну давай, рассказывай, давай еще немножко. Я не Бог, тебе не поможет, если сам ты себе не поможешь. Это я знаю. Желчь у нас уже все. Ну знаешь, а что же не применяешь? Сектантский узор взгляда, желчь. Давай, что мы еще рассказываем? Давай, сны, может, у тебя какие-то сны есть? Он ответил неправильно, и что теперь, это помни. Ну пускай, при чем здесь, пускай раз, я ему просто, я обличаю его. Ну, принял обличение, попроси прощения. Не принимает он обличение. Вот ты принимаешь, а он нет. Ты прям требуешь, чтобы я тут сейчас не знаю, что перед тобой делал. Не прав, Авдей. Потому что мы разные. Ну и что об этом? Но разговор-то о другом. А правильно, я задал остаться, вы мне ничего не ответили. Ты мне дал один стих. Тебе этого достаточно. Да я тебе еще могу почему дать мне стихи? Этого почему? Достаточно? Да он мне недостаточно, потому что я вопросы задаю. Святой один пришел, они там собирались в пустыне, я не помню сейчас, Агафон или кто. И, ну, скит. А они по отдельности жили. Пришел, услышал, молчит. Все одно, один стих из Писания. Ава, ну, скажите что-нибудь. А мне, говорит, это на много лет достаточно. Ты перевари на много лет. Вот святые отцы так делают, что обмыслить, подумать надо. У тебя, ты как Слово Божие находишь и да, я даю, задаю вопрос. Я не натягиваю, я задаю вопрос. Но ты не можешь ответить. Гипотезу плоской земли, на старцев и все. Да, потому что она плоская. Путь. Ну, 14, почитай, Иеремия. 14 стих, 14 главы. Понимает очень подожди, много. Подожди. И сказал мне Господь, пророки пророчествуя ложное имя мое. Ну, это мы читали. Ну, это дальше. Не Господний пророк. Ну, дальше. Я не посылал их, видишь? Не посылал, Господь не старцы. Посылал. Ну, не твои, это не его старцы, это все уже старцы. Ну как, православная церковь, мы православные люди. Но они священники. Исайя 8.20. Они монахи. Как нет? Помни Исайя 8.20. Не говорят, нет них света. Они рукоположенные. Да как, да что не рукоположенные? Еретики все были рукоположенные. И Арий, и Несторий, все были рукоположенные еретики. А в Восточной церкви... Это ничего не говорит. 90% Батюшка, подождите, вы хоть... Ереси было. Это нам надо с вами втроем учиться, то есть выслушать. Никто никого не слушает. Так, ты как раз я этот виноват. Пример показываешь. С самого начала. Кирилл Павлов. Слышали вы такого? Недавно отошел ко Господу. Ну, слышали, старец. Да. Он старец или не старец? Я не знаю, что он говорил там. О слове Божьем ему не говорил, нет, ему неизвестен был. Он типичные, ну, такие вот байки поддерживал православные. Я вполне допускаю, что он был просто как бы обычный такой человек, нерожденный свыше, который был научен монашеству, но вся эта премудрости монашеская, у него ничего не было божественно. Но что-то было ему открыто в благочестивой жизни, но не более того. Да, мы очень разные. Вера у нас разная. Ну, слава Богу, что мы разные. У нас отношения друг к другу разные, к людям у нас отношения разные. У нас все разные, братья. Вы меня не утискиваете сюда, понимаете? Значит, мы все плохие, желчные, а ты хороший очень сильно получается, да? Тебя дальше может сейчас пойти осуждение. Что ты будешь дальше говорить? Ну, я обличаю тебя, не обычно осуждаю. Обычно ты знаешь. При чем здесь осуждение? Ну, обличаешь. Обличать уже охота. Я попросил прощения. Ну, он не выдерживает. Если говоришь, ну, что мы тебя уже хорошо... одного, как говорится, а он нет, видишь, он даже как он возбудился. Ну, что, сейчас я скажу тебе. Затронул его. Ты тебе ничего хорошего не даст. Сердце свое. Конечно. Я сейчас скажу тебе, а ты там прям успокоишься из этого. Нет, ты не успокоишься. Да я спокойно. Тебе еще местописание покажу. Понимаешь? Я спокойно. Не надо меня бомбить писанием. Так тебя забомблю сейчас. Сектантский почерк. Я тебя забомблю сейчас, чтобы ты молчал вообще. Тут ты что вылазишь постоянно. Вот сектантский почерк. Я встречаю одного эговиста, это было 4 года назад. А ты уже говорил про этих эговистов. Я рассказываю на камеру людям, чтобы люди знали. Встречаю. Вот, а вы читаете Библию? Я говорю, а вы, наверное, свидетель Иеговы? Он, да. Я говорю, я православный. А где в Библии написано о православных? Это то есть это сектантский почерк. Это без вот, тебя твой. Мы тоже встречались. Мы с тобой разговариваем, я говорю, не сейчас меньше того религия... Встречались. Ну ты слушай, почему ты перебиваешь, старший? Религия, говорю, сейчас антихриста, это экуменизм. А где в Библии написано, что экуменизм? То есть сектантский почерк. Комбайн стоит. А где в Библии, что написано комбайн? Ну ты понимаешь, что ты говоришь? Ты куда? Что ты? Ты здесь забомбишь? Чем ты меня забомбишь? Да брат, а ты собой займись. Ты научись по-братски относиться друг к другу. Чем ты меня забомбишь? Ты с этого начинай. Мы очень разные, понимаешь?
Ну, да. Тебя родители били в детстве или нет? Наказывали. Розгами тебя наказывали? Наказывали, поверь, наказывали меня. Розгами тебя наказывали? Нет, ну был ремень, розок не было. Много раз было? Ты к чему идешь? Мы да потому что ты не битый, вот в чем дело, понимаешь? Битый, тебе не повезло битый. Немножко. Ты вот тебя родители не любили, толку вот в чем дело. Никакого нету у тебя. Мне родители тебя не любили. Ну? Ты толк от меня ждешь. Вот пишет, я не посылал их, говорит Господь, они ложно пророчествуют именем моим, чтобы я изгнал вас, вот и вы погибли. Это все я знаю, брат, старцы. Я знаю, понимаешь? И ты, я видел видеоролик, как ты сюда приехал, понимаешь, какой ты был. Я видел это все. Ну, видел, ну хорошо. Ты как будто не я приехал, мы разные, я о чем говорю, что мы разные. Я приехал, у меня ни разу мысли не было отсюда уезжать, ни разу. Более того, я буду держаться зубами за потерю, понимаешь? А ты хотел уехать, мы разные. Ты не сравнивай меня, не втискивай свои какие-то рамки. Потому что мы очень разные. Ты не съел пуд соли, который я съел. Родители тебя не наказывали. Ты не битый, понимаешь? Ты при чем тут? Да сейчас... надо быть битым, в общем дело. Ты сейчас в полной ересе находишься практически. Угу. И ты меня сейчас обвиняешь, битый, не битый. Какая разница, битый, так... не битый? Мы, по крайней мере, мнение сходит с мнением церкви. Церковь сказала, что крещенинников это лжеутрок. Я принимаю. Сказала, что чипов нету. Я принимаю. А ты противоречишь всей церкви. А вот батюшка Кирилл Павлов, это уже ну, для тебя никто. Да я не знаю его, никогда церковь... не слушал. Я никогда не слушал его. Только вот это есть. То есть, когда вам надо, вы прикрываетесь церковью. Когда я говорю, вот церковь приняла, вот на царство блаженной Феодоры, а мы это не знаем, это может быть какая-то там ошибка или что-то. То есть, понимаешь, вот это такое манипулирование. Ну ты подгоняешь да однобокость под свои это вот все. Эти плоские понимаешь? Земли, это все. Это зрение одним глазом, вот в чем дело. А я православный, я двумя смотрю. Поэтому научитесь смотреть. Да никуда смотреть ты не смотришь. Братья, тебе понимаешь? Ничего нет этого. Не лги, Рома. Тебя три ролика, три ролика с тобой записаны. Я уже, вот я сколько вы меня раз обвиняете во лжи. Земля твердь, тебя птицы твердь, тебе все предоказали, а ты опять начинаешь про вот это уже. Что ты доказал? Мы с тобой последний раз говорили о карте. Ты проверил это? Ты, да подожди, ты увидел, что ложь? Ты увидел, что ложь? Да при чем тут этот? Мы говорили того про твердь земную. Тебе рассказано было. Что такое твердь, что такое воздух, что воздух плотный, это есть твердь. Птицы полетели по тверди. Ты вроде что-то примолчал пока, опять вот возбухать начинаешь. Ну зачем ты к этому возвращаешься? Потому что мы разные, братья, понимаешь? Читаю, тебе читаю, ты всякую ересь несешь. Я тебе показал, ты проверил, и ты не смог ничего. То есть я сказал правду, а ты меня лжецом обзываешь. Понимаешь? Ну, какую и ты правду? Ничего, ты заглох. Ну я тебе сказал, ты разобрался в этом? Че? Ну покажи, где я лгал. Я тебе говорил о этой карте. То есть, что Африка, по сути, по-настоящему она шире. Ты проверил, в гугле ты проверил. Совпадает или нет? Ну ты же видишь, тут это шар. Шар развернутый в плоское пространство. Конечно, тут не будет совпадать все масштабы. А ты что хотел? Масштаб пишет там. Ну ты в гугле проверил. Да не будем мои к этому возвращаться. Мои слова соответствуют или нет? Ну и насчет старцев тобой договорились? А, уже. Когда я говорил вам, давайте поговорим насчет старцев, вы мне басни какие-то рассказывали. Нет, сейчас ты мы, сейчас принял? Мы подошли уже к другому. Ты, то есть Исайя 8.20, ты принял? Вы меня обвиняете во лжи. Я тебе сказал один пример, как лжет наука. Сейчас мы еще раз вернемся к этому. А, ты меня бомбишь. Ну конечно, ты его не понимаешь. Я еще почитаю вслух на этот. Обращайтесь к закону и откровению. Что такое закон и откровение? Ну слово Божие, давай понятно. Экзамен мне не проводи, брат. Закон и откровение. Обращайтесь тобой, к закону и откровению. И если они не говорят как это слово, а кто они? Да кто угодно они. Ты там, старец любой. То нет в них света. Ну нет, у них, к чему мне к нему обращаться-то? Ну деяния апостолов открой тогда. Я вот припал прости. Сюда. Ну я тебе сказал, ну раз не сходятся твои видения, значит это не те старцы. Значит их так нету. Ты вообще или их, отвергаешь. Или их не показывали по телевизору, по интернету. Да не открывай, не обвиняй меня в этом, мне не отвергай как ничего. Ты не читаешь отвергай. Меня, я хочу тебе прочитать. Да не давай меня, не путай меня. Мы договорились об этом, вот чем что твои старцы, значит, не говорят есть, слово Божье, значит, их неведение ложное. Есть такая пословица, бес попутал тебя, да? Путаешься ты. Вот я бес попутал. Понимаешь? Сейчас откроем Еремия 23 главу. Да не надо меня бомбить, понимаешь? Это вот яговисты так делают. Все сейчас тебе будут яговицы, подожди. Понимаешь? Девица яговица. Вот, пророк, который видел сон... Ну, то есть, про сны говорили, правильно? Да, вот про сны мы говорили. Пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тут пусть говорит слово мое верно. Что общего мякины с чистым зерном? Но мякины – это сон, а чистое зерно – это слово Божье. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Вот.
Посему вот я на пророков, как говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Ну, они друг друга прочипы. Ты мне объясни вторую главу Деяния апостолов, я тебя прошу. Объясняю. Ну, объясняю. Что объясняю. Ты мне читаешь? Будут там после времена старцы. Будут. Но нет, что не постоянно еще будут. Еще нет их. Может, нет еще. А может, их не показывать по телевизору. Их уже Господь забирает, брат, понимаешь? Да их может, нет их, а может, не показывать. Но не говорят, как это слово твои старцы. Нет в них света, тех, что ты смотришь. А те, что, а те, которые предсказываются в Писании, и пророк Иоиль. Это про Петра имеется в виду, который видел видение, а то, что должен обратиться сотник. Uh-huh. Это тоже сотника видения, это сходится с ними, то, что по Слову Божию. А твои старцы, которые не сходятся по Слову Божию, нет в них света. И в тебе нет света. А если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Какова же тьма в тебе тогда? Тебе еще на место Писания идти? Оно как-то, видишь, помогает, много притупляет тебя. Сейчас, я тут даже выписывал немножко, то, что приходилось, оно интересно. Да это медь звенящая, брат, понимаешь? Медь звенящая. Да медь звенящая. Это Слово ты Божие. Написано, не подобно, не подобно ли огню, не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Вот тебе медь звенящая. Это молот и огонь, а ты медь звенящая называешь. Ты не меня слушай, ты Слово Божие слушай. Ты медь звенящая. Это не я, это Слово Божие говорит. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы передвигать, а не имея любви, то я ничто. Насчет старца мы и поняли? Если я насчет старца договорились? Все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в этом никакой пользы. Понимаешь? То, что ты стихи приносишь, хорошо, тебе никакой пользы в этом. Ты не меня слушай, ты Слово Божие слушай. Дальше. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Хорошо, не понимаете? Бесчинствует. Любовь не бесчинствует. Ты бесчинствуешь? Кто бесчинствует? Ты бесчинствуешь. Чин церкви постановил. Крашенинников, лжеотрок. И все прочее, ЭНН, чип ЭНН, нема еще ничего, то, что ты рассказываешь. Ты повышаешь чин божественный. Ты гордишься этим, тщеславишься. Ты считаешь, что мы все заблудшие. Ну что ты смеешься-то? Ничего смешного, это очень даже страшно. Что тебе еще привести из места Писания? Не зря ты возбудился, когда я назвал слово «экуменист». Ты так возбудился, как я не знаю, тебя это так взбесило. Ну что взбесило? Потому что это что сразу религия взбесило? Антихриста, понимаешь? Ну вот скажи, что? Скажи про экуменизм, что ты знаешь про экуменизм. Вот так вот. Наш батюшка связан с экуменизмом? И сейчас большинство иерархов. Не, ну ты расскажи, это, ну понимаешь? Ты почему? Ты сейчас будешь сейчас копаться, нет. То... Батюшка нет. Если бы он был связан, я бы сюда не приехал. Ну, а ты знаешь, кем он рукоположен? Понимаешь? А кем был он рукоположен до него, кем был священник рукоположен? Он рассказывал. Ну, а если он был, скажем, экуменист какой-то сейчас уже к этому времени есть? Батюшка, если, если мы поминаем каких-то людей, которые экуменизм, то что потеряли? Мы сразу прокляты давай. Господом, что ли? А при чем здесь это? А да. При том, что мы не отвечаем за грехи тех людей, что которые в экуменизме погрязли. У нас есть свой устав, да своя служба. Религию уже смешивают, все смешивают, кучу одну. Где тебе смешивают? А ты говоришь, ну видишь, старцы об этом говорят. Мы же старцев старцы? Не видите. Ну не да. Говорят, как это слово, да старцы. Нет в них света, ну нет в них света. Ну видишь, тьма. Ну если ты такую несешь чушь про динозавров, про рептилоидов, про ящеров, ну какие могут быть старцы? Какое тебе может быть доверие? Тебе сказки какие-то сумасшедшие, бредни. Палата номер 6. Канадчикова дача тебя ожидает, если будешь прогрессировать в этом направлении. Ну ты вчера целый день, ты психов смотрел, смеялся целый день, видишь? Ну скоро ты будешь так смеяться еще. Ну что ты меня такое пророчество? Ну потому что ты так себя ведешь. Я вчера нашел в самом деле и посмотрел очень схожи с тобой симптомы. Ты научись жить брат с братом, как положено, знаешь, по-христиански. А потом мы с тобой еще немного прожили в самом деле. Мы очень немного прожили, я очень много увидел, понимаешь? А ты уже судишь и как? Ты поживи наш, пойми наш дух, ты к нам приспособься, не мы к тебе, а ты да, к нам. Да, я должен быть такой, как ты. Ну, ты приспособься немножко, но ради смирения. Ты считаешь, что все должны быть такими, как ты? Нет, да? Я тебе говорю, что ты на себя тоже одеяло сильно не тяни. Кто тянет? Никто не тянет. Одеяло. Тебе там есть не приготовили. Приехал в 11 час, ну какой разница? Есть готовить? Да может приехал я сытый такой, как это. Какая разница? Поел немножко, лег спать. Просто, не, я тебе теперь с нашей стороны говорю, ты только со своей давишь. Я каждое утро готовил вам пищу, потому что у меня было время, я это, например, не ну, а вы я, спали. А вы я вчера готовил. Вы досыпали.
Да я сказал, иди готовься. Так что, ну я начислил картошку, морковь, лук, что интересно, на тебя стоит смотреть. Я тут дальше читаю, там чем-то занят своим. Да мы разные просто, морковки натер, а ты готовишь. Ты ни разу не подошел, не спросил, можешь помочь. И тебя надо тянуть постоянно за собой. Ты да. Хорошо, что ты возле Игнатия Тихоновича, ты за зарплату его-то держись, брат. Ну давай, только не обвиняй. Ты хорошо, сейчас. Я дам еще, вот у меня нитки есть, вот, шелковые, смотри. Такие мощные. Мы насчет старца договорились? Надо, чтоб, не, Игнатий Тихонович, чтобы хорошо зашил, чтобы они не оторвались. Чтобы ты не оторвался, понимаешь? Потому что ты приехал сюда, ты сразу отрываешь. И мы сейчас заканчиваем видеозапись эту. Вот это, почему мы заканчиваем? Ты сейчас опять же потеряешь силы, будешь спать, у тебя такое бывает. Ты-то наговоришься, потом все, ты слег, ты лежишь. Это было и в Барнауле. Ты там сильно навыступался, потом температура была. Ну, видно, потом с каким-то лицом ходишь весь день. То, что тебе это сил не добавляет. Нам, ну, с Виктором скажем, мы немножко это там... Это добавляет вам силы. И мы нормально, а ты потом все, слег и лежишь. Да ты что? Ну вчера так было, было же да так? Да я вчера в час лег, позавчера лег в час спать, потому что я не выспался и решил утром доспать. А и вы каждое утро вы досыпаете. Мы приехали 10 часов, так что ты делал? Каждое утро, мы после мобилии, ты ложишься, спишь, Виктор Николаевич спит, а я стряпаю на кухне. Я не ложусь, каждый не день сплю, было и не каждый день. Ну что да ты опять, день ну что ты огородишь? До вчера. Ну что ты огородишь? Вчера все изменилось. Когда это было, чтобы я спал, а ты готовил есть? В обед, после обеда, вы тоже спите. Так что, плохо, да? После обеда, когда мы, может, раз в два дня спим? Так мы как работаем, ну я, по крайней мере. Как ты работаешь? Ну ладно, это уже буду как сейчас, ты кстати, работу брат? Рассказывать. Мы еще старцев закончили. Ты еще не работал. Мы закончили еще старцев? Что? Твоих старцев, это лжестарцы. Согласен с этим? Это ты сказал. Ну вот и все, то что дальше бессмысленно продолжать.